Мы получили соответствующее решение суда, и теперь только мы имеем возможность провести соответствующий анализ внутренних цен оператора, и в последующем мы уже уверены, что услуги по интерконнекту, значит, мы обоснуем наши предложения в части приведения, значит, снижения ее, и если услуги по интерконнекту они будут снижены, соответственно, сразу же автоматически это повлияет на конечную стоимость тарифа на каждую минуту услуги связи.